как написано, и вдохнул человека Бог дыхание жизни, и стал человек душою живою. Но человек согрешил. Он перестал быть душой живою, что-то нарушилось. Человек умер. А потом Бог сошел на них Дух Святой. А и что стало с человеком, с душой живою? Что произошло? Кем стал человек? Если в первом случае он стал как один из нас, когда познал добро и зло, он стал как один из нас. Но когда Дух Святой сошел на человека в день Пятидесятницы, кем стал человек?